Здравствуйте, друзья! С вами Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Сейчас я нахожусь на блоге Максима Соколова, который в своем видео рассказывает о сервисе, на котором можно зарабатывать с помощью email-рассылок. Он показывает, как он на нем зарабатывает немаленькие суммы денег, как он выводит эти деньги и о том, что этот сервис превратил его жизнь в успех. На этом сервисе вы сможете зарабатывать от 25 до 150 тысяч рублей в день. И никаких особых знаний от вас не требуется. На сайте есть еще отзывы. С ними вы можете ознакомиться самостоятельно, так же как и с самим видео Максима. А я нажму «Получить доступ к сервису», и для этого мне нужно будет пополнить баланс приложения для рассылки на 150 рублей. Если нажимаю кнопку, попадаю на страницу оплаты от сервиса ePay и должна заплатить 150 рублей за доступ к сервису. Перед тем, как снимать этот видеообзор на самом сервисе ePay, я нашла того, кто получит этот платеж от нас под ником Мегамаркет. Если мы посмотрим дополнительные цены к сайту этого автора, мы увидим этот платеж на 150 рублей и увидим, что потом еще нужно будет заплатить 254 рубля за установку базы премиум. Потом нужно будет подключить один из трех видов пакетов на 2, на 5 или на 10 SMTP. За 480, 590 или 900 рублей. И еще два платежа на 550 и 783 рубля. Наличие этих платежей нас сразу должно насторожить, потому что, как мы видим, здесь мы должны не только один раз заплатить 150 рублей, но есть и еще 4 платежа, которые явно созданы не для того, чтобы мы заработали, а чтобы заработали на нас. Если перейти по ссылке с сервиса ePay, мы попадаем не на сервис по заработку, доступ к которому мы оплачиваем, и счет которого мы якобы пополняем, а мы попадаем на блог Максима Соколова. И это означает, что 150 рублей, которыми мы якобы должны были пополнить баланс приложения, поступят именно автору блога Максиму Соколову некому, думаю, это имя вымышленное. И в своем видео он не советует нам сервис, а рассказывает о своем собственном сайте. Сейчас я проведу оплату 150 рублей, чтобы мы с вами смогли протестировать этот сайт и убедиться в том, что он является либо мошенническим, либо же мы все-таки сможем на нем заработать деньги. Пока я поставлю видео на паузу и вернусь к вам после того, как оплата будет успешно зачислена. Я оплатила доступ к сервису. И теперь я попадаю на этот сервис. Здесь опять есть какое-то видео. В этом видео нам рассказывают, как работать с этим сервисом, о том, как приобретать базы рассылки премиум и как вообще пользоваться самим сервисом. Давайте попробуем запустить рассылку. Здесь нужно выбрать базу и нажать «Отправить рассылку». Рассылка началась. Здесь не засчитываются какие-то деньги. Это займет какое-то время, поэтому я пока поставлю видео на паузу, чтобы вы зря не ждали у экрана окончания завершения этого процесса. И возобновлю его после того, как все денежки мне будут уже начислены. Рассылка завершена, но в связи с высокой нагрузкой для новых пользователей доступна только одна рассылка по общедоступным базам. И чтобы сделать еще рассылки, мне нужно подключить премиум базу. Если я попробую вывести средства, то мне сообщают о том, что минимальная сумма должна быть 5000 рублей. И больше по какой-нибудь доступной базе, даже по другой, рассылку я не смогу сделать. Если нажимаю «Подключить базы», я попадаю в магазин баз данных для рассылки, где могу приобрести премиум базы. Премиум база стоит 254 рубля, и если нажимаю кнопку «Купить базу», опять попадаю на страницу оплаты от сервиса ePay, где должна заплатить уже 254 рубля. В дополнительных ценах к сайту мы с вами видели этот платеж за установку базы премиум. И даже если мы совершим покупку этой базы и потом сделаем рассылку по ней, то нам скорее всего сообщат, что сервер перегружен и нам нужно подключить какие-то SMTP пакеты. После подключения нам нужно будет заплатить еще два раза, но в конце концов никакие деньги мы здесь не получим. Учитывая, что автором сервиса и автором блога является один и тот же человек, можно сделать вывод, что сервис создан не для того, чтобы мы заработали на нем, а чтобы некий Максим Соколов заработал на нас. Поэтому связываться ни с сервисом, ни с блогом я вам не советую. Тем более, что рассылки по e-mail не могут так быстро оплачиваться.
Если бы они и оплачивались, то оплачивались за оплаченные заказы, которые совершали бы люди, переходя по ссылкам из писем, но никак не просто за то, что люди получили эти письма. Поэтому этот сервис и этот блог мошеннические, и я не советую вам тратить даже время на их просмотр. На связи была Соколова Анна, проект Elite Infobiz. До новых встреч!